Снова здравствуйте, это вновь The Binding of Isaac Afterbirth. Birds! Окей. Блин, так приятно снова нормально говорить, просто... Я тут Кота в Шёджи записывал. Мне, честно говоря, чертовски нравится записывать Кота в Шёджи. Я не знаю, я получаю удовольствие. Не знаю, как вы, надеюсь, вы тоже. Но мне весело. Визуально новелла, но мне весело. Да, сегодня попробуем Самсон, Хаш, Мегастана. Ну, естественно, скорее всего, просто Хаш, но тогда с ей бы прокатил пойти к Мегастане, потому что... Поэтому почему бы и нет, верно? А не потому что. Если кому, кстати, интересно, вот Сид. V6Y6HKHF. Если кому нужно. Да, первый этаж, почему нет? Отлично, прекрасно. Ох, просто комментарии совсем другие после Кота в Шёджи. Тяжеловато мне снова к Айзеку привыкать. Его. После Кота в Шёджи. Текст. А потом такое небольшое обсуждение какой-нибудь ерунды. Так. Да. В Айзеке же. Игра. Айзек, нужно сделать это. Дерьмо. Так далее. Посмотрим, что за первый предмет. Спунбендер, классный предмет, может быть очень хорошим, может быть просто так, прикольно. Например, сейчас для нас. Прикольно, притягивающий. Самонадеющийся выстрел, почему нет? Так, минус одно сердечко, ну ладно. Окей, знаете, здесь это очень даже ничего. Я смогу в него, хотя, в общем, не нужно. Мы и так будем попадать. Приз. Да, мне доставляет удовольствие играть Кота в Шёджи. Мне интересно, что там будет дальше. О, нет. Хотя, в то же время, они все равно притягиваются, верно? Маленькая комната идет нахрен. Ненавижу маленькие комнаты. Просто ладно монстры. Но когда, блин, с ангелом сражаешься в маленькой комнате, это вот жопа самая настоящая. Хотя тогда с Евой я очень-очень хорошо сражался. Знаете, я все-таки дропну, скорее всего, этот тринкер, потому что у стены просто мои выстрелы исчезают. Может, ты прыгнешь уже? Окей, спасибо. Я думал, он так и будет стоять. Окей, найс, изи. Дай мне дамеджа. О! Спасибо, сэмпай. Серьезно, я не ожидал дамеджа. Окей. А почему не закончить еще одну комнату? Может быть, ключик. Потому что ключи нам нужны. Но чертовски, естественно, ритм совсем другой у этих видео. Айзек одно, визуальная новелла Кота в Шёджи. Это другое. О, как раз то, что доктор прописал. Вообще, я хотел как раз то, что я заказал, но в результате фраза немножко в другую степь пошла. У нас нет бомбы, так что валим. Я мог взорвать камушек, но бомбы нет, так что валим отсюда. Burning Basement. Я бы предпочел обычный basement. Я не люблю, когда еда горелая. Я предпочитаю свою еду не горелой, но девушек горелыми. Эй-о! Ну, Кота в Шёджи. Вы поняли, о чем я. Потому что мы скорее... Не скорее всего, мы идем по рауту вот этой Тян. Она Ханако ее зовут? Потому что я даже ее имя еще не знаю. Писали, что она, по идее, Ханако, но в самой игре этого еще не было написано, поэтому горелая Тян. Все знают о ком я, верно? Давайте сначала разберемся с этими ребятами, проще будет. Так, да, на это я и надеялся. Фак я. Если бы там не было этого костра, было бы очень тяжело добраться, блин, до всей этой фигни. А, Эдмунд! Так, ключ нам не нужен, давайте посмотрим, что здесь. Найс, я рад, что я пошел в эту сторону. Окей. Да, по идее, ее зовут Ханако. Ханако. Что я забыл как? О, е! Это damage up и shot speed up. Окей. Что-то я забыл как Ха. Я просто сейчас... Да, я наркоман. У меня нет бомбы. Проблема. Но два damage up'а, это прекрасно. Я, кстати, не знаю, сколько гвозди дают. По идее, один damage up, как и... Кстати, гвозди дают, по идее, один damage up, а как раз... Growth Hormones дают 1.3, если я правильно помню. Точно не скажу, но по идее так и есть. А ключ это хорошо, но у меня есть один, так что лучше Tinted Rock. О, еще Damage Up. Я не против. Я не против, даже если ты мне дашь еще парочку. Парочку, это было немного странно. Еще не ваншотим. Но два выстрела тоже норм. Три на этих. Но у них очень много HP, так что ничего удивительного. А, фак.
Окей, нам... О, это только начал говорить, типа, о, нам все еще нужно сохранить шанс сделки, потому что нам уже зайти и пропустить, но... Нет, я не пойду в магазин. У нас все равно только... только 3 цента. Это будет легко. Главное укрываться за камнями, если что. Плюс самонадящиеся выстрелы помогают. Спунбендер. Джендербендер. Я, кстати, сейчас не говорю про жанр. Не знаю, Дадинси какой-нибудь, нет. Я сейчас говорил про шутку из Футурамы. А, давайте на всякий случай. Окей. Я надеялся на синее сердечко и судьба. Ларри Джуниор не проблема, по идее. Он, конечно, рандомный, но я думаю, с нашим дамагом и самонадящимся выстрелом все будет нормально. По крайней мере, я на это надеюсь. Если что, буду прятаться за говном. О, окей. И изи. Еще дамеджа! Знаете, теперь я не против какого-нибудь тирсапа, в общем-то. И мы пропускаем. Да, давайте пропустим. Опять же, Хаши мы почти в каждом забеге можем победить. Ну как почти в каждом? Просто у тебя хороший забег, ты можешь пойти и убить Хаша. Когда... Опять же, мы сможем и Хаша дополнительно убить, если что. Когда у тебя есть возможность... И когда у тебя вроде бы намечается неплохой забег, то почему бы не рискнуть и не пойти на мега-сатану, верно? Не бэт-трип. Ай, фак. Ну, не так страшно, учитывая то, что у нас есть спунбендер, в общем-то. Еще две пилюли. Не спунбендер, пожалуйста. Ой, пф. Не бэт-трип, хотел я сказать. Это плохо. Это бесполезно. О, боже. Кто следующий? Сказал заведующий. Оу, какой классный мем. Окей, наконец-то я могу нормально стрелять. Да, сейчас, знаете, дэмэджапов было много, сейчас я бы не отказался от тирзапов. Потому что стреляем мы не так уж и много. У нас этот, дефолтный тирзап. Дефолтная скорострельность, хотел я сказать. Я привык это называть тирзап. Хотя это совершенно неверно. Окей. Ну не то, что совершенно неверно, это может быть верно в каком-то смысле, но... Так, никогда не любил эту комнату, если честно. Она меня конфузит. О, фак! О-о-о! Окей, спокойно. Это было близко. Оп, центик. Окей. Но... Вот эта вот комната, она, мне кажется, немножко нечестной. Ес, 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 ес! Я проскочил! Я гений! Я гений! Я гений! Я реально гений. Кстати, хороший шпиц... Спидшосап, хотел сказать, или что-то типа того. Сейчас спидап здесь помогает на этой комнате, чтобы подальше выстрел. Так, мне нужно рискнуть. Черное сердечко. А, та-та. Да, я возьму технологию. Учитывая то, что у нас этот спунбендер, да. Технология не самый лучший предмет. Фак! О, вау! Технология не самый лучший предмет без... точнее, в Afterbirth, не самый лучший предмет в Afterbirth без спунбендера, но со спунбендером он очень хорош. Так что да, было бы глупо упускать такой, такой шанс. А, монетка, привет. Я не знаю, почему я поздоровался с монеткой, но... Да, знаете, это очень хорошо. И красиво, дополнительно. Опять же, вот эта комната превращается просто в суперлегкую. Гвоздями еще попадать надо. С технологией, пожалуйста. Опять же, теперь у нас нет шат спидапа. У нас просто тут же лазер. Это хорошо, потому что отталкивать врагов тоже не весело. Да, мне нравится этот забег. И мне не нравится эта пилюля. И у нас нет бомбы, я идиот. О, нет. О, нет. Нужно было пойти в магазин. Я могу exit game... Ой, нет, не New Run. И, плиз, скажи мне, что можно. Я идиот. Я слишком был рад всей этой ситуации. Теперь я меньше рад этой ситуации. Черт. Может, мы вообще не получим, потому что мы на прошлом получили. Да, окей. Значит, не стоило волноваться. Но! Это на будущее. Потому что если я... Еще раз так облажаюсь, я себе не прощу.
Здесь нам это ничего не стоило, к счастью. Сделки и так не было. Дайте нам хоть спейсбар предмет. Кстати, здесь даже синяя сердечка не было. Но я куплю бомбу. Может быть, это не самый лучший на свете вариант, но я куплю бомбу. Я куплю карту Justice. Я подоначу чуть-чуть. Если ты донатишь где-то 10 центов или 15, я чуть не успел ошибку. Где-то 10 или 15 центов у тебя увеличивается шанс именно сделки с ангелом. Поэтому да, стоит того. Мы еще, возможно, проверим тот сундук, и я проверю Кёрсрум 100%. Но нам надо потихоньку торопиться, потому что я бы не против на этом забеге точно так же, как и в случае с Евой пройти и то, и другое. Было бы очень-очень классно. Тем более этот забег выглядит очень хорошо пока что. То есть дамаг сильный. Технология. Плюс спунбендер. То есть это выглядит пока очень-очень хорошо. Мне, честно говоря, кажется, что здесь вторая секретная комната. Нет. Она точно не здесь. Скорее всего, она здесь. Либо справа. Моя последняя бомба. Надо было оставить для Tinted Rock'ов и для статуи, но я дурак. О нет, только не спавнеры. Но, сэнпай! Сэнпай, ипай! Ну вы поняли, сэнпай больно. Верно? Ипай это больно. Я не уверен. Я не вябу какой-нибудь, поэтому откуда мне знать? А, окей. Я, в общем-то, на это рассчитывал. Ну, я не рассчитывал, я не думал, что такое попадется, но... Окей, больше не донатим, я так понимаю. Хе, скорости хватает. Окей. Так, осторожней в следующий раз, просто я боюсь... О, я чуть не наступил на шипы, я аутист. О, фак. В следующий раз с этим нужно быть поосторожнее, потому что так как это вот эта версия этажа, здесь дофига вот этих червячков, которые после смерти стреляют. О, фак, нам нужно побыстрее, у нас уже 10 минут. Просто вот эта дебильная комната. Фак, я опять застрял. Я не знаю, почему я так боюсь этой комнаты, если честно. О, это было так близко, Серьезно? Нет. Ты за кого меня принимаешь? Гуррен Лаган! О, нет, только нет, ребята. Я хочу, пожалуйста, сердечко. Окей, сразу. О, нет! Фак! Фак! Ну это было нечестно. Там. Дурацкая комната. Еще не все потеряно, у нас еще есть этот хаш. Опять же, не все потеряно даже для этого, для мегастаны. Мы можем Gold Head найти, мы можем. Нет. Not today. Серьезно, не сегодня. Я слишком много демеджапов нашел, чтобы балансить наши статы. Не сегодня. Это наша последняя бомба, нет. Фак, если бы я добрался до магазина, я бы нашел деньги. Хотя, учитывая то, что у нас 1 цент. Я бы либру взял для денег, не знаю. О, нет. Да, видите, в чем проблема этого этажа? Если бы это был обычный... Если бы это были обычные катакомбы или как там, мы были бы в порядке. Теперь мы не в порядке. I'm not okay. О, эмо. О, лишь 7. О, Стейн. Естественно, это Стейн. Кто еще это мог быть? Даже да, я не хочу брать Либра из-за того, что у нас было очень много демеджапов. У нас еще все еще есть шанс на сделку, потому что если мы не получим урон в этой битве. Но не прокатило. Рейнджап бесполезно. Я имею. Ну, локап хотя бы. Fuck me. Обидно, реально обидно. Кто знает, может быть, мы и так бы не получили. Такое тоже бывает. Но, скорее всего, это был наш шанс. Дал бы мне хоть синее сердечко, хотя бы половина бы у нас осталась бы. И... И так далее.
Я хочу есть, кстати. Окей. Проблема, просто ни одного синего камушка. Да и бомбы, как бы, нам очень важны, и мы не можем их тратить. Из-за статуи, у которой нету хуя. Ну, вы поняли, да? Элитные отсылки. Вообще, в каком-то смысле стоит использовать даже единственную бомбу, если есть шанс получить синее сердечко. Тем более, что у нас есть... Я взорву вот здесь. Фак. Это должна быть легкая комната. Хотя эти ребята очень быстрые, это проблема. Опять же, мы даже наш Бладилас не используем, потому что, ну, мы не можем получить урон. Для дополнительного урона. Окей. У нас очень хороший забег, не поймите неправильно. Много дэмэджапов, но опять же, HP не находим, синего HP не находим. Это проблема. God fucking... Ты издеваешься надо мной. Фак! Я не знаю, почему я, кстати, не подбираю сердечко. Цент. Засунь свой цент себе в копилку. Найс мим. А! Тебе не мем вовсе. Возможно, стоит использовать бомбу на тех кострах. Но опять же, это опасно. По разным причинам, в общем-то. Грид. Нет. Это моя единственная бомба, опять же. Мне нужно срочно найти 2 цента. Срочно. О, фак, но. 2 цента. О, но. Как же я ненавижу эту комнату, серьезно. Окей. О. Я ненавижу свой... Да, и теперь, конечно, цент. Давай еще один в следующей комнате. Окей, это забег до хаша. Понятное дело. Либо происходит какое-то волшебство, мы находим две джокер-карты. Ну, вы понимаете, о чем я. Потому что обычным способом мы уже ничего не получим. По-моему, это очевидно. Простите? Я не... Разве не должны отключиться те вот эти шипы? Что? Хорошо, Эдмунд. Хорошо. Но это была не совсем моя вина. Это вот были совсем запарные комнаты, неприятные, жутко. Когда много либо будет Хейла, либо, пожалуйста, на тебе эти шипы грёбаные. Ненавижу. Плюс мы вообще не было этих... ну, это, кстати, прекрасно. Вообще не было синих сердечек. Ну, кроме самого начала, самого первого Кёрс-рума. Два черных сердечка. То есть, да, это было очень неудачно. Но что поделать. Хаш это тоже хорошо. Брауни. Тем более я бы вряд ли убил Брауни без урона. Хотя, учитывая нашу комбинацию предметов, может быть. Ну, пожалуйста. Все. Неприятно, потому что забег очень хороший сам по себе. Мало HP, конечно, но... но зато много рейндж-апов. Надо было пойти и вернуться в магазин и купить синее сердечко. Я аутист. Окей, значит, это забег хашу. Дэнг дэпс. Хаш так хаш. Теперь нам нужно больше HP. Да, теперь у нас куча бомб. Спасибо, Эдмунд. Нам нужно HP. Срочно. Три сердечка это мало для хаша. Реально мало. Даже с таким хорошим забегом. Фак. Ну, это не проблема. 3 цента. Где они были раньше? О, вот это будет, кстати, классно. Это будет очень классно. Хм. Там... Я хочу его поиграть, но... А! Ну. Окей. Тут же все попортил. Да, это... Это к хашу. К сожалению. Не то чтобы к сожалению, но... Мы могли сделать намного больше. С мегастаной, с хашем. А может мы найдем... Может мы найдем детский. Кто знает. То есть у нас есть еще вариант насчет мегастаны, но теперь на чем мы должны сфокусироваться. Это больше HP и этот хаш. Потому что забег отличный.
Но просто он отличный не по всем параметрам. HP плохое, дамаг прекрасный. То есть у нас очень хороший контроль над толпой. К сожалению, у нас не хватает, конечно же. Oh fuck. У нас не хватает HP. И это проблема. Окей. Опять же, вот такие комнаты, они... Меня просто тошнит от них. Я их терпеть не могу. Такой гребаный рандом. Пофиг, я хочу воспользоваться вот этим. Найс. О, спасибо большое за черное сердечко. Ты как раз вовремя. Череп. Глупый папайрос или сенс, я не знаю. Я, кстати, если что, не расстроен сильно. Что поделать? Просто еще раз потом сбегаем за Самсона. Плюс у нас есть шансы еще. Мне очень нравится этот забег и без мега-сатаны. Без. Поняли? Без мега-сатаны. Окей. Но я бы не против Magic Mushroom сейчас, серьезно. Это добавило бы нам HP, это добавило бы нам еще больше урона. Учитывая все эти мультиплайеры, это куча дамага. Пожалуйста, демеджа по HP. Я, конечно, просил другой предмет, но это тоже пойдет. Да, у нас нет этого. Типа два предмета, так что он того стоит. Вот это того не стоило, оно меня оттолкнуло. Окей. Кстати, из-за того, что мы использовали ключ, этот Мам Локет нам восстанавливает то ли половину сердечка, то ли полное сердечко. Я куплю HP, потому что оно нам очень нужно. Я могу, конечно, побомбить донат-машину и купить себе этот Nightlight. Но Nightlight, конечно, хорош для битвы с Хашем, но в то же время он конфузит битву с Хашем. Поэтому я не стану. Но все равно забег... Блин, уже 19 минут, нам надо торопиться. Босс Раш меня не интересует. Знаете, босс Раш меня не интересует. Мне сейчас важнее получить хороший предмет какой-нибудь. Потому что босс Раш — это босс Раш. Я его не хочу проходить. Я бы с удовольствием лучше телепортировался. Hangman. Yes, mother? А, mom's battle of course, верно. Окей, класс. Прекрасно, превосходно. Hangman. Где мы его используем-то? Не знаю, здесь. Но мы ее не убьем достаточно быстро, чтобы добраться до босс Раша. И мне плевать, честно. И битва с Хашем, скорее всего, будет... Ты серьезно сейчас? Сатана. Вот сатана, а? Будем честны друг с другом. В игре останется еще два шанса на сделку. Я не думаю, что они оба будут с ангелом. Поэтому я возьму... А что я возьму? Даркпама или все-таки вот это? Честно, мне кажется... Так, нам надо поставить на паузу, то время идет. Либо Даркпам... Мне кажется, Даркпам. Это немножко странное решение, но мне кажется, Даркпам. Да, вот это гарантированные сердечки. Но из-за Даркпама у нас... Просто он хорошо сочетается с этим, с Литл Чедом. Потому что он спавнит половинки сердечек. Поэтому и Даркпам будет... Yes. Yes. Это не супер, но некоторые комнаты будут чистить хорошо, я думаю. Было бы лучше, конечно, если бы у нас Бримстоун был, но... Как бы, мечтать не вредно, и все такое. О, как же я... О, это так классно. Я бы предпочел еще больше дамага. Я имею в виду, ты всегда хочешь больше дамага, но... Именно мы убиваем довольно быстро... Ну, я бы... Знаете, хотелось бы терзап. Хотелось бы вот именно терзап. Дамаг у нас единичный, вроде неплохой. Хотелось бы больше стрелять. Посмотрим. Я бы еще хотел, возможно, слетать тоже. Было бы очень-очень классно. Нет, спасибо. Да, знаете, это довольно неплохо. Это на боссах просто не очень хорошо. А на отдельных комнатах просто... Просто прекрасно. О, вау, фух.
Давай, Даркбамб. Да, я думаю, Даркбамб. О, фак, у меня телефон. Минуту. Окей, продолжаем. Это был, кстати, для вас маленький перерыв. Для меня это был... Окей, класс. Вот он, и перерыв. Для меня это был... Какая дурацкая комната. Для меня это был перерыв в минут в... 10-15? А, почему я не пользуюсь? Окей. Да, Dark Bomb. Fuck yeah, Dark Bomb, обожаю. Я очень рад, что я это решение сделал, серьезно. И я очень рад, что я взял Tennis Head тоже. Отличное решение. Но... Да, никакого мегастана, скорее всего. Oh, fuck. Увернулся. Еще. Да, это было отличное решение. Лучше моей жизни. Сначала, значит, было... решение взять Даркбамба, второе решение было начать летсплей. Так. Хотя на самом деле это решение для меня не очень хорошо обернулось. Я имею в виду. Не, не в том смысле. В смысле, естественно, зашибись, но в то же время, где моя популярность? Где мои деньги, где мои женщины? И так далее. О, мам, знай, сработал. Я случайно. А, не, подождите, он забрал, да? Окей. А хочу ли я. Нет, я не хочу. Мне это не нужно. Я могу просто как халявную бомбу, конечно, использовать, но зачем? Блин, это прекрасно. Ничуть не хуже, чем Brimstone. Я не знаю наши HP. Я бы воспользовался Sacrifice Room для этих частичек ключа, но я не знаю наши HP, собственно. Так что. Если бы я знал, я бы наверняка это сделал. Как минимум один бы, может, попытался. Так, нет. Хотя все больше и больше собираем HP, может быть. Можно считать, ведь по идее 12 сердечек, но я не знаю, заполнены ли красные. Нет, это слишком рискованно. Я не хочу, чтобы это забег раз. А, он классный. Забег раз и просто пропал бы. Это было бы очень глупо. Давай, Даркбам. Молодец. Молодец, Даркбам. Excuse me? Окей. Блин, какой же все-таки хороший предмет Tennis Head. Ой! I'm Timmy! Это могло быть и лучше, в общем. О, смотрите-ка, заряд. Я не знаю, откуда он взялся, но... Такой же Skullix все-таки стал трудный по сравнению с оригинальным Айзеком. Тогда он был одним из самых легких боссов. Теперь, не сказал бы. Он все еще не сильно трудный, просто очень нудный. Ну и мы не получили ничего хотели, так что... Да, мы бы и не смогли получить то, что... Хотя, вроде бы я получил красный урон. А может и нет. Короче, черт его знает. Идем дальше. А что я сейчас чихну, кажется? Так, знаем ли мы наши HP? У нас много. Но, опять же, если будет Sacrifice Room, может быть. Так, я хочу воспользоваться и тем, и другим. Я перебрал. Я случайно. Я не знаю. Давайте бомбу используем, что ли. Того не стоило. Взорвем один банданг. Надо было взрывать левый, но ладно. То как-то по-левому сыграл, если понимаете, о чем я. Нет. Плохая идея. Точнее, идея неплохая, она просто... Кстати, нам нужно торопиться, 24 минуты. Я думаю, мы успеем, но мало ли. Давай, Даркбам. Нафиг того Demon Judgment, в общем-то. Demon Judgment. Demon. Это просто Judgment по имени Demon. Опять же, на самом деле это не Judgment, это просто карта Judgment, он Beggar называется, Demon Beggar. Потому что он молит, просит, а деньга, Beggar, to beg. Вот вам, урок английского от Джастифа. А я Wizard. Честно, это не так уж плохо в нашем случае. Да, это оказывается вообще ничего. Я думал, два лазера даст. Ноп. Бесполезные пилюли. Окей, ничего. О, это так классно. Это очень хороший забег. Дайте мне Sacrifice Room, плиз. Возможно, это позволит нам реально пойти на Мегастану. Нет, я не буду в Curse Room идти. Потому что я надеюсь все-таки все еще на Curse Room. Точнее, на Sacrifice Room. Давай, Даркбам. Реально, это лучшее решение в моей жизни. О, нет, опять эта комната. Фак. Фак. Окей. Ненавижу. Это бред. Хай Присос. Знаете? Да, я, пожалуй, пройду. Да, я пройду сюда, потому что там все-таки сердечко валяется. И, пожалуйста, это, в общем-то.
в результате ни на что не повлияло. Окей. Это самый лучший вариант, по-моему. Хотя, было бы классно, если бы там было два сервера. Ну окей, я имею в виду, хорошо. Тимптроп здесь есть. Верно, я угадал. Ну и в общем-то все нормально. Sacrifice Room, судя по всему, он может быть, конечно, внизу. И в общем-то у нас хватает времени. В общем-то это надо делать. Я немножко запутался. Чуть-чуть только. Приз? Раз. Два. Три. Фак. Четыре. Сундук. Дай мне, пожалуйста, их сэндвичек. Красный тоже пойдет. Красный тоже пойдет. You feel blessed. Мы тратим много HP для того, чтобы это сделать. Может, даже слишком много HP. Окей, ангел. О, фак. Я не воспользуюсь пока что Тэмис Хэдом. Это очень опасно. И очень глупо. Но я рискну. Я рискну. Попытаем... опять же, важнее будет Мега-Сатану, чем Хаша. Давайте рискнем. О, фак е! О, фак е! Окей. И теперь главное успеть до Хаша. Тогда мы сможем победить и Мегастану, и Хаша, как и с Евой. Если мы сможем, конечно, победить Хаша, кто знает. Он же не самый простой босс на свете, знаете ли. Нам, кстати, полет не хватает чертовски. Это не полет. Я имею в виду, паук немножко полетал, конечно, но... Немножко не то. Чуть-чуть. Это было слабо. Окей. Хай Пристас мы сохраним для Хаша. Наверняка это не особо много урона, но хоть что-то. Я чуть не влетел в этот выстрел. У нас нет орбиталов, вот еще в чем проблема. Но урон нам... Ну опять же, урон у нас много из-за того, что... У нас Bloody Lust. О, окей, спасибо, ангел, ага. Спасибо, ангел! Спасибо, ангел! Я больше никогда в тени буду сомневаться, ангел. Спасибо, ангел. Спасибо, ангел! О, боже. О, тоже хорошо. Ну, я имею в виду, это... Гапи предмет, это... Я не знаю, работник Пенни Тир с технологией должны, по идее. Мамзвик, фак е. Хотя надо было, наверное, это убрать. Муху. Хотя нет, это фэн чего-то там, он не очень. Еще больше HP. Окей. Мне кажется, у нас все будет в порядке, верно? Батарею куплю. Бэги? Не. Окей, я думаю, все будет в порядке. Ох, посмотрим. Ну, странно. Открывание дверей тоже мамслокит нам. Кстати, надо было батарейку взять. Я не знаю, что она делает, но... А, давайте наступим. Почему нет? Главное теперь не облажаться. Если что, если мы сейчас просто пройдем эту битву, то все будет хорошо, потому что в будущем Dark Bomb нас будет спасать. Но Sacred Heart внезапно, это, конечно... Не слабо. У нас потихоньку Тэмис Хэд будет заряжаться. Это было самое худшее использование Тэмис Хэд на свете. Так, пришло время Тохи. Не который жирный, который меня жутко бесит в последнее время. Типа, о, про Dark Souls он там про третий писал. Типа, о, это совсем стыдно, что-то From Software, о, что-то позор. Типа, о, опять реюзаете движок Bloodborne. Иди в жопу, говноедина ты грёбаная. Боже ты мой, что за грёбаный аутист? Как такие люди, как он, становятся журналистами? Я уже ничего не удивляюсь, на самом деле. Так, опять же, это будет очень-очень хороший контроль над теми мелкими штучками, которые в прошлом забеге меня чуть не убили. Чему я очень рад. Не тому... Серьезно, я не знал, что он делает урон, когда он под этой. Ну ладно. Теперь мы знаем. О, вот это было классно. Да, судя по всему, технология не работает с головой кипера. Немножко грустно, но, в общем-то, не страшно. Так. Окей, потихоньку, потихоньку. У нас есть бомбы, надо больше бомб использовать. Окей, это была очень плохая бомба. Лазером ты не оттолкнешь.
они нас притягиваются с каких пор? А, да, Sacred Heart. Вот с каких пор. О, фак, это более быстрее. Быстрее, да. О! Это лучшие ворота на свете. Серьезно. Так, эти штуки сразу идут нахрен. На этот раз это не проблема. Такое ощущение, что он делает сегодня для меня более тяжелый хит. Будет хелл, по всяком случае, мне так чувствуется. Опять же, у нас более хитбокс крупный, к сожалению. О, нет, началось. Окей, стоим здесь. Да, здесь будет нормально. Нас не попадают выстрелы. Окей, я думаю, все будет в порядке. Немножко опасно, конечно, но... все будет нормально. Окей. Неплохо, неплохо. Да, все будет нормально. Но опять же, я тогда точно так же говорил и в результате чуть не облажался. Так что нужно быть поосторожней своими словами. Окей. Найс, 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 найс. Я не вижу какой-то особо серьезной опасности, но все может произойти. Все может произойти. Ну а так, если нет, то мы еще на мегастану пойдем. Потому что да, мегастана проще будет намного. Наверное. О, нет. О, фак. Так, стоим где-нибудь здесь. О, началось. Я серьезно не понимаю эту волну. Совершенно искренне. Я, в общем-то, и не особо понимаю вот эту, но... я вроде бы нашел какой-то способ, чтобы с ней справиться. Видите, они нас огибают. В общем, достаточно стоять на одном месте. Найти... это как с Айзеком. Находишь одно место, о, вот это очень честно. Находишь одно место вот это, от его лучей, где ты можешь увернуться в углу, и все нормально. Найс! Это было легко. Blind Rage has appeared in the basement. Фух, щит. Да, мы возьмем Watch Battery. Не знаю, что он делает. Наверное, иногда заряжает наш спейсбар. Нет, может быть. Раз Battery и Lil, значит иногда. Я не знаю. Мы туда пошли? Я взял полароид. Да, окей. Ну, теперь легкая часть. Один выжил. I will survive. Да, теперь... это опять очередной отличный забег. Прям... уф. Я не скажу, что я прям отлично играл. Но игра... игра довольно добрая. Ну, не считая, конечно, начала, когда она реально никак не дала мне то, что нужно. И реально, вот эта вот механика с Sacrifice Room, она просто шикарная. То есть... это просто прекрасно. И то, что оно нам выдало... по идее, вот на той волне, где оно дает 7 где-то с них сердечек. Я не знаю, там, по идее, есть вариант, что тебе оно вообще ничего не выдает. Или оно всегда дает 7 с них сердечек. Если оно всегда дает, то это классно. Если оно не всегда дает, то нам очень сильно повезло. И я рад. Потому что это было просто шикарно. Потому что у нас оставалось 3 с них сердечка, и там одно красное вроде бы, и так... па-бах! 7 с них сердечек. Ой-е, Нига, ой-е. Шикарный забег. Я получил большое удовольствие. Большое удовольствие. Так. Да, кстати, технология реально не работает с Head of the Keeper. Что довольно глупо. Ой, да, ура, Steam Sale. Надо сделать так, что если ты подбираешь Steam Sale, Head of the Keeper и, не знаю... Вуден никель или еще там что-нибудь, да, то ты можешь трансформироваться в кипера, не знаю. Хотя, наверное, это было бы не очень приятно, если так подумать. Был не самый лучший использование Тэмис Хэт, но, в общем-то, мне норм. И это даже не самый длинный забег на свете, так-то. Начало было медленным. Но опять же, куча дэмэджапов в начале. Блин, Sacred Heart, я до сих пор не верю. Я вообще. У меня была такая мысль, может мне вообще не заходить в сделку с ангелом? Как бы что я там могу найти? Sacred Heart, например. Довольно неплохая находка. О, нет. Ну, да. И Айзек. Не проблема вообще. Я скажу, что у нас прям супер классный дамаг, но у нас такой дамаг, который мы спокойно можем пройти игру без проблем, не напрягаясь. Просто сила этого забега в том, что он вот, пожалуйста... каких-то врагов спавнит босс там или еще кто. Их нет. Их сразу нет, потому что самонадящийся выстрел их тут же уничтожает. Опять же, кучу раз можем использовать Тэмис Хэт на битве с Мегасатаной. Класс.
Дайте мне теперь Magic Mushroom для мультиплеера на сундуке. Будет классно. Так. Хотя это сильно дамажит. Могло быть хуже. Могло быть хуже. Файермант, я даже не знаю. Наверное, иногда горение будет применять на врагов. Посмотрим. Но я не думаю, что лазер будет взрываться или еще что. Сомнительно. Так. У нас, конечно, нет Shield of Tears, да, для такого блока, как раньше. Но у нас есть вещи ничуть не хуже. Да, горение он применяет. Это хоть что-то. Опять же, чем больше урона мы будем получать, тем больше урона мы будем делать. Это тоже хорошо. Потому что мы Самсон. Если что, можем применить наш этот ножичек. Бум. О, одна рука сразу аннигилировалась. О, это будет сейчас приятно. Смотрите на это. О, е. О, е. Так, знаете, я здесь, пожалуй, даже использую теннис. Хотя нет, уже нет. Вот когда появятся все четыре босса, тогда да. О, вау, один выжил каким-то образом. Теперь мы, правда, на нем не можем использовать Тэмис Хэт, но... О, вау, это было быстро. Какой отличный забег, а? Один за другим. Но это на время. Наверняка потом начнется опять этот момент, когда мы будем, собственно, играть за Кипера, там, за Лоста. Ну и привет, верно. Но я буду начну за Лоста играть только когда я открою Холи Мэмпл. Потому что, ну, сами понимаете. Лост это жопа. Пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-парам-пам-пам-пам. Все-таки классная тема у сатаны. Немножко тупо, конечно, что для мега-сатаны использовали обычную тему сатаны. Могли бы хоть какой-то ремикс сделать или совершенно новый трек. Но, блин, подходит и подходит. Фак. Я могу просто сюда встать, и все будет нормально. Найс, найс, потихонечку. Тоха, Тоха, вспоминай свой скилл Тохи, отсутствующий. И все. Нет? Еще один выстрел. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Окей. Почти, почти угадал. 1,8, в общем-то, разница не очень большая. Revenge Baby и Rage Baby. Найс, найс. Вот он, Rage Baby. О, какой злой ребенок. Айзек, Мэгги, Каин, Джудас, Блю Бэйби, Ева, Самсон, Азазель. Остались вот Лазарь, Идан. И вот останется вот Лост, когда мы откроем Холи Ментал. Класс! Вау! Да, если вам понравился этот эпизод, а мне он определенно понравился лично, поставьте лайк, оставьте комментарий и подпишитесь на канал. Это помогает продвижению. Продвижению вперед, не назад. Что... Это регрессия назад. Короче, до встречи.